была напряженная. Я думаю, что кто забил, тот и победил. Ну, получилась бескомпромиссная борьба. Никто не хотел уступать. Благодарны мы нашим футболистам. Сражались. Первый тайм где-то чуть-чуть скоростей нам не хватило. Во втором тайме уже скорости появились. Были у нас голевые моменты, ну и соперника были голевые моменты. Ну, мое субъективное мнение, что счет по игре, хотя обидно, конечно, могли там в концовке и дожать соперника, но не получилось, будем работать дальше. Ну, по сравнению с прошлым матчем против Тернополя провели только одну замену центрального защитника, вместо Ломко вышел Пернацкий, отдавший дисквалификацию. Гарбор, извините. То есть, ну, значит, что вы довольны тем матчем, который провел «Гарденок Спорт» в Тернополе и сейчас решили не вносить кардинальных изменений? Ну, мы разобрали ту игру с Тернополем и поэтому, да, решили Сашу Ломко дать отдохнуть и поставить Александра Гарбора. В целом, по Тернополю качество игры было неплохое. Опять же, нас подводит реализация моментов. Хорошо, что моменты есть, но надо их реализовывать. Без забитых мячей победы не придут. Руки не опускаем, сражаемся, боремся до последнего.